В минувший четверг в зале администрации района состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором присутствовали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, директор Кашхабского ДРСУ Ибрагим Шевгенов, главы сельских поселений, начальники отдела администрации района. По первому вопросу повестки дня – состояние аварийности на территории района за 8 месяцев 2016 года и принимаемых мерах по снижению количества дорожно-транспортных происшествий выступил исполняющий обязанности начальника отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Анзаур Беречетов. В докладе было отмечено, что за 8 месяцев текущего года на территории района произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, за аналогичный период прошлого года – 12, при которых погибло 7 человек, 21 получили телесные повреждения. Исполняющий обязанности начальника ГАИ рассказал об основных причинах дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами ДТП явились несоответствие скорости конкретным условиям, недисциплинированность водителей, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. В 5 дорожно-транспортных происшествиях водители находились в состоянии опьянения. 3 ДТП съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. 1 ДТП выезд на встречную полосу. И 1 ДТП неправильный выбор дистанции. В завершении доклада первый заместитель главы района Руслан Емыков обратился к исполняющим обязанности начальника ГАИ с просьбой уделить самое серьезное внимание злостным нарушителям правил дорожного движения. Если говорить о важности профилактики, очень важным фактором здесь является обязательное знание участников дорожного движения о неотвратимости наказания. Я хочу вас попросить намного сильнее, жестче относиться к нарушителям в вечернее время в населенных пунктах. Об организации безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования Кашхабского района по состоянию на 26 сентября, о технической готовности к зимнему периоду 2016-2017 годов доложил директор ОАО «Кашхабское ДРСУ» Ибрагим Шевгенов. Далее по третьему вопросу о состоянии школьных автобусов, осуществляющих перевозку детей, выступил главный специалист управления образования Артур Зихохов. Что касается по теме дня, принимая по снижению количества дорожно-транспортных происшествий, образовательных учреждениях ведется очень большая работа. То есть учебные для детей, имеется в виду для обучающихся, постоянно проводятся профилактические мероприятия, классные часы, семинары, также в учебных планах дополнительно добавлены уроки по правилам дорожного движения. По самим автобусам. Сами автобусы у нас находятся в хорошем состоянии. Муртаз Пшизов, заместитель главы Дмитриевского сельского поселения, в своем выступлении рассказал о состоянии стационарного электроосвещения на автодорогах местного значения.